Хотел сказать спасибо прежде всего главному тренеру Дмитрию Анатольевичу Оленичеву, что пригласил меня в команду. Позвонил, разговаривали по поводу весь коллектива, по поводу руководства, по поводу всего здесь чемпионата России, как дальше будет двигаться команда Енисей. И выбрал прежде всего, потому что хотел остаться в премьер-лиге России, не хотел никуда уйти. И Енисей, я думаю, команда, которая еще будет расти дальше в футболе вообще российском. И из-за этого я приехал здесь. Из команды знал Давида Юрченко, вратаря, с кем играл в команде Тосно в прошлом году. Знал Марка Абрадовича, нападающего, и Кутина, нападающего нашего Сашу. Общался, говорили все хорошо про команды. Говорили про коллективы, который вышел в прошлом году здесь, в премьер-лиге. Я думаю, что хороший выбор для меня это сейчас, на данный момент. Но я думаю, что атмосфера отличная. Ребята хорошо приняли меня. Со многими знаком так, с футбольных полях. Слышал, что у главного тренера Дмитрия Оленичева сейчас они играют пас-игру. Мне это нравится. Я думаю, что так будем продолжать в этом сезоне. Но следил просто за друзей, за Марка Абрадовича и за Кутю. Они забивали много в прошлом сезоне, и я следил за командой. И я не знаю, уверен был, что они видят премьер-лиги. И следил, слышал, что у них болельщики хорошие, что приходят на игры, смотрят, следят за команду, поддерживают. И это нравится мне. Я спросил, свободный номер 26. Я не знаю, он сейчас свободный или нет. Я хочу опять взять его. Взял его, потому что раньше в сербской команде Неманя Видич играл под этим номером в Червеной звезде. И я хочу остаться этим номером. Раньше был у меня такой. Честно говоря, девушка смотрела на интернете про город, про реке Енисей. Да, так называется река, да. Вот, по городу, что красивый город. Не слышал, что зимой очень холодно. Не знаю, посмотрим, как будет. Hyundai.